Зовут меня Давиденко Александр. Я работаю на сегодняшний день в департаменте стратегического развития инвестиций городского совета. Работаю я проект-менеджером. На самом деле было интересно, хотя еще 2 года тому назад у меня была четко поставленная задача попасть в IT-индустрию. Но однажды, попав к ним на собеседование, было очень просто пошел, потому что было интересно. Один из руководителей заразил меня идеей того, что они хотели сделать. И я остался, дал себе обещание, что я там потрачу год своей жизни на этот департамент, на эту работу, а потом все-таки обратно вернусь к идее перехода в IT-индустрию. И вот год тому назад, когда искал, работая уже проект-менеджером, да, я искал место, где можно было бы получить знания, необходимые для работы в IT-сфере. Передо мной возникло всего 3 компании, в которые можно было бы это сделать. Это был Спалах, это был Хилель, и это был открытый университет Демьяна Лома. Попав к нему на одно пробное занятие, да, я четко понял, что остальные компании, да, наверное, не дадут мне того уровня знаний, который мне захотелось. Но, к сожалению, в тот момент, когда я попал на пробное занятие, группа занималась, уже прошла практически экватор своего обучения. И я понимал, что могу не успеть догнать пройденный материал, ввиду, на самом деле, очень большой загруженности на основном месте работы. И в конце прошлого года, когда Демьян Михайлович опять объявил о наборе, я тут же одним из первых позвонил, сказал, записался и пришел сюда. Считаю, что это, наверное, самая сильная школа в Днепре, точно. Ввиду того, что здесь преподают, ну, тьюторами являются люди, которые являются очень успешными в своем деле, да, это синьоры, мидлы проект менеджмента, и они делились своими лучшими, ну, так называемыми best practice. Вот. Очень много вещей, которые, допустим, мы не увидим, да, в Библии проект менеджмента, ребята делились именно живыми примерами, живым опытом того, как они решали те или иные задачи. Вот. Ну и само собой разумеющийся факт, что такой курс не может читать один преподаватель. Да? То есть здесь нужно, вот что мне очень понравилось, здесь люди сильные в той или иной сфере, да, читают конкретную какую-то дисциплину. Тем самым мы получаем более такую выдержку из знаний и опыта.